Вот смотрите, батарея заряжена, потребления никакого нету, и ветряк вот еле-еле как бы крутится. Я подсоединил к инвертору удлинитель. Я хочу сейчас подзарядить аккумулятор на автомобиле. Вот он. Вот я все подсоединил, а теперь смотрите. Сейчас я, секундочку. Так, сейчас я соединяю. Все соединил. Все у нас тут включено. А теперь смотрим, как сейчас работает. О, блин, как крутит. Вот так это. А давайте я сейчас отключу. Давайте отключу. Вот, и видим, что контроллер сразу включил режим торможения ветряка. Вот, и таким образом перегенерация утилизируется электроникой контроллера.